Всем привет, с вами компания Электромотор. Представляем вашему вниманию ручную газонокосилку Алка Softouch 38HM. Значит, в работе смотрите ее дальше, но приблизительно я вам покажу, как мне уже сказали, разогнаться тяжеловато. В общем, косит она вот так вот, выброс идет во время работы. Достаточно легко управлять одной рукой, цельная рукоятка, качественная, надежная, самое главное, недорогая. Компания «Электромотор». Сейчас в работе мы смотрим ручную газонокосилку Softouch 38HM. Здесь нам травосборник, это опция. Напоминаю, газонокосилка приобретается ручная как отдельно без травосборника, так и вы можете опционально докупить травосборник наш. Так, ну что? Ну, честно говоря, по сравнению с аккумуляторными электрическими бензиновыми, косит она тяжелее, но... Если у вас небольшой газон, вы можете без проблем. Денег. Почему нет денег? Есть, но, может быть, кто-то хочет подкачать руки. Да, как я сейчас, согласна. Может, но учитывая, что газон свежескошенный, но посмотрите, трава очень сухая и, в принципе, без проблем косится. Поэтому классно. Единственное, что, я так понимаю, нужно вовремя подтачивать ножи для того, чтобы не застрять. И, наверное, не говорить по дороге. А по вопросам покупки звоните к нам 5-3-0-3-8. По вопросам покупки газонокосилок Алка обращайтесь в компанию Электромотор. Контактный телефон в Киеве 5-3-0-3-8. Все цены у нас ознакомительные на сайте, поэтому звоните, не стесняйтесь, торгуйтесь. Также не забывайте, что вы покупаете технику официальных дилеров, поэтому вы можете быть гарантированно убеждены в сервисном и постсервисном обслуживании.